Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы, мое отдельное вам здравствуйте. Ну что ж, поговорим о Самвеле Адамяне, Гранде Ника и семье Сытники. Самвела я затрону вскользь, в основном будет разговор о них. Ребята, я посмотрела этот видос последний, где Коки позволяет себе орать и истерить в сторону диспетчера скорой помощи. И вот здесь меня накрыло. Обзор по этому ролику будет отдельно, а сейчас я хочу высказать свое мнение. Вы знаете, очень меня поражают люди, которым выгодно в свое время вспоминать, что они являются гражданами, что у них есть права. Но забывает этот уволень, что помимо прав есть еще и обязанности. И перед тем, как что-то требовать от государства, нужно рассказать или доказать, показать, что ты дало этому государству, какая лично от тебя польза пошла обществу и конкретно государству. Человек, который не заплатил ни копейки налогов, человек, который пользуется со всей своей семьей, приспособленцем, благами, которые создавались абсолютно не для них, а создавались для людей работающих, для налогоплательщиков, для людей, которые приносят пользу. И это, в принципе, да, происходит в каждом государстве. Люди показывают полнейшее разложение, деградацию, как можно ни хрена не делать и зарабатывать бабки. Кстати, насколько я помню, при Советском Союзе была статья за тунеядство. Я была еще достаточно маленькая, но помню, как порицали те, кто не работает, кто ничего не делает. Их, да, вызывали на какие-то планерки, на какие-то собрания, высмеивали, стыдили, пытались достучаться до какого-то разума. И если человек не понимал, я так помню, насколько вот по разговорам родителей применялась статья. Статья конкретно за тунеядство. Здесь, да, вот три увольня, которые двое отпахали в Италии, и я не буду говорить, что они не работали. Нет, они работали, но они работали на благо чужой страны. Не на благо своего государства, а на благо другого государства. Почему? Потому что погнали, скажем так, за большим рублем, там, за большим долларом, евро, неважно. Я ничего не имею против этого, это личный выбор каждого. Но, простите, пенсию они заработали там. Налоги они платили точно так же там. Они никакой пользы не принесли в это государство. И здесь благополучие, они возвращаются обратно и на все готовенькое, пожалуйста, вот вам бесплатная медицина, вот вам бесплатное образование, вот вам, да, все блага, которые дает государство, абсолютно бесплатно. Бери, так сказать, и пользуйся. И да, кстати, никто из них не побрезговал этим. И не думают о том, что, посещая врача, они, например, пользуются теми благами, которыми создаем мы с вами. Потому что мы платим налоги, да, за счет чего содержатся госслужащие. А доктора, понятно, зарплату получают от государства. И вот интересно, я заплатила налоги, а почему-то Света, Андрюша, Коки благополучно этим пользуются. И меньше, например, времени остается на людей, которые действительно заплатили налоги, то есть зарплату медикам и врачам. Потому что вот такие Коки туда бегают бесперебойно. Они очень себя любят, очень жалеют и, конечно же, постоянно лазят, да, по врачам. Возьмем в отдельном случае Коки. Что он получил от нашего государства? Детский сад бесплатно, школу бесплатно, первый вуз бесплатно. И даже сейчас эта детятка продолжает трудиться, учиться, то бишь, так же само абсолютно бесплатно. И мало того, что на полном содержании государства за счет налогоплательщиков, опять-таки, он еще и имеет стипендию. За какие возникают вопрос заслуги? И мало того, очень этот мальчишка искренне переживал, чтобы не попасть на платный факультет. Да? Ему было бы очень грустно платить 20 тысяч гривен в год. Но, ребята, объясню так, 20 тысяч гривен в год – это где-то порядка 750 долларов. Да, для него при доходе в 4000 долларов с Ютуба 750 долларов – это большие, серьезные бабки. И даже здесь оно думало, как нажухать государство и получать уже хрен знает какое по счету образование абсолютно бесплатно за счет налогоплательщиков. Так вот у меня возникает вопрос, почему я должна была свои деньги заплатить за вот такое вот чмо? Почему мои деньги, моего соседа, наши с вами должны идти на содержание вот такого вот недоразумения, который явно никогда не пойдет работать по специальности. Еще ему и платят стипендию. Вместо того, чтобы действительно деток, которые просто не добрали баллы какие-то, да, оплачивать их обучение. Нет, мы платим обучение за вот таких вот увольней. Они ездят по дорогам, которые делаются за наш с вами счет. Пользуются электричеством, но всеми благами, да, которые дает государство. И еще при этом смеют открывать свою пасть. Так вот они, наверное, забывают, что помимо
того, что ты имеешь права, у тебя есть обязанности. Никто из них не является частным предпринимателем. Да, понятно, в Украине нет налога за блогерство. Еще это все не придумали. Это я могу рассказать сама, как блогер из Украины. То есть нет этого, да, чтобы платить конкретно налог. Но если ты являешься частным предпринимателем, ты платишь налог на общих основаниях. То есть раз в квартал проплачиваешь и спокойно себе живешь. Но как это так, коки будут раз в месяц отдавать $100 в государство в счет налогов. Вы представьте, если он трясется за пенсию за 1500 гривен. И вот здесь возникает вопрос, почему не платят налоги здесь, сейчас, когда вы снимаете свой контент и живете в этой стране, вы не платите налоги за блогерство. Опять-таки, а зачем? Но при этом оно еще смеет подавать свой голос, пищать, визжать и истерить о том, что к нему плохо отнеслись. За то, что его, видите ли, как-то не так ему ответили, ему посмели нахамить. И, наверное, он не понимает, все-таки не он, не его вот эта семья деградантов не понимают принцип работы государства. Что есть государство? В моем понимании государство это вот можно сравнить, например, с муравейником или конкретно с ульем. Вот что такое муравейник? Каждый имеет свою работу. И муравей, да, вот этот муравьишка, каждый имеет свою работу, каждый знает, что он должен делать. И только вместе, сообща, они все строят и созидают. И заметьте, никто из них не отдыхает. Муравьишки сутками какие-то там, я не знаю, проходики роют, чего-то там тянут в этот муравейник, кто какую-то еду, кто какую-то палочку. В общем, все шуршат и шевелятся вокруг этого муравейника, созидая и строя его, да, улучшая, увеличивая. То же самое, что происходит и в работе государства, что все сообща мы это все делаем. Возьмем пример улья. Что происходит в улье? У каждого своя функция. Есть пчелы-разведчики, есть пчелы-охранники, есть пчелы, которые конкретно, да, вот приносят в клювике в своем вот эту пыльцу и делают с нее мед, заполняют соты. Есть пчелы, которые должны запечатать эти соты. Помимо этого, и пчелки есть, которые занимаются детским садиком, то есть вот этим маленьким деткам, да, которые только вылупились. Они контролируют, как это все происходит. И вот в один прекрасный момент в их, да, вот этом улье появляется трутень. Трутень, который ничего абсолютно не делает и только разоряет вот эти соты, чтобы пожрать, грубо говоря. И вот они за ним смотрят, и им невдомек, как это так. Да, мы все вместе трудились, создавали это все, созидали, заготавливали для того, чтобы улей расширялся и рос, заготавливали еду. Потому что зимой, понятно, да, никакого опыления не происходит, они нигде ничего не могут собрать, вот этот нектар. И понятно, да, что они отдыхают. И они понимают, что нужно есть не только им, но и их деткам. И тут появляется трутень, который не хочет себе добывать еду и берет уже просто заведомо, начинает разорять эти соты. И что делает весь улей? Он просто восстает и изгоняет одного трутня. С позиции «не хочешь работать? Пошел нахрен с улья». И очень жаль, что на самом деле на уровне государства не работает такой же принцип. Не хочешь платить налоги, ногой под зад и пошел нахрен со страны. Вот здесь это очень было бы применимо по отношению к коке. А так, простите, да, все работают, все трудятся, а вот это недоразумение считает, что у него есть права, но при этом забывает о каких-либо своих обязанностях. И очень удобно жить на всем готовом. Очень удобно, да, в то время, когда все пашут, кататься на покатушке, снимать контент с мамой, чухать, я не знаю, яички, пузико, жопку, попку, головушку свою, заниматься самолюбованием и просто, да, вот разлагать это общество. Потому что, простите, в чем прикол? Молодежь может посмотреть и сказать: нахрен мне получать образование и к чему-то стремиться, чему-то учиться, если вот такое недоразумение, он может себе спокойно пойти и позволить квартиру за $70,000. И кто-то может возмущаться, что это зависть. Нет, ребята, это здравый просто подход и взгляд со стороны. Я не вижу, чем там можно упиваться, чем там можно восхищаться, за кого там можно радоваться. Тот же самый принцип и у мамы с папой. Сидят двое, ни хрена не работают. Опять-таки, почему-то они не остались в Италии. Они приехали на все готовое в Украину, где бесплатная медицина,
полиция, пожарные, да, и тому подобное, где можно вот просто теперь спокойненько жить в Украине, ни хрена не делать, снимать вот этот контент и получать с этого от 2,5 до 3,5 тысяч долларов. И простите, если за эти бабки в Италии они пахали и корячились, то теперь они просто, да, вот начали на расслабоне, запилили видос, рассказали про своих собачек, 1001 серию, и все, и еще получают хвалебные оды, оказывается, ребята, да, вот такие паразиты получают хвалебные оды. Какие вы молодцы, какие вы труженики, какая Светочка-хозяйка. Мне все время хочется посмотреть на этих женщин. Мне все время хочется увидеть людей, которые поют эти хвалебные оды. Такое ощущение, что Светочка отмантулила от звонка до звонка, я не знаю, где-нибудь на производстве, да, на какой-нибудь серьезной фасовке, а потом ей поют дифирамбы. Светочка, простите, целый день свою жопу греет дома. Точно так же, как и Эндрю. У них не стоит голова, что надо рано утром встать, почапать куда-нибудь в тупик маршрутки или автобуса, чтобы сесть, вовремя успеть на работу, давиться в транспорте, целый день отпахать, имея в лучшем случае, если тебе фартануло, час обеда, после этого вернуться домой, бежать, да, опять в этой давке, и бежать к плите, чего-то готовить есть, и потом просто рухнуть спать, а тут хвалят за то, что она приготовила себе еды, представляете, ребята, и такое бывает действительно на Ютубе. И как только Света сделала поползновение, хоть какую-то принести пользу этому государству, этой стране, в которой вы приехали, да, и живете, ей тут же койки по рукам и сказал, работать ты не пойдешь, сиди, вяжи носки. Да, ну вот Света вяжет носки, хорошо, а Андрюша что вяжет в этот момент? Или он Свете клубок разматывает? То есть для меня, ребята, действительно невдомек и вызывает гнев и какую-то... отвращение и мерзость, когда сидят люди, которые могут работать и ни хрена не делают. Но при этом, да, вот сидят и зарабатывают деньги. И то же самое куки. Ну ладно, если бы они сидели и сопели в две дырочки, и голос свой не подавали. Но когда вот это чмо открывает свое хавало, мне хочется сказать, захлопни его. Захлопни и даже не открывай. Потому что ты никто иной, как просто паразит. Да, вот ты вот этот трутень, которого изгоняют. Я не знаю, как у муравьев то же самое... Есть вот такие трутни, как они называются, которых тоже изгоняют, да, из этого общества. Изгоняют из муравейника или из улья, чтобы он, да, не жрал то, что созидали и строили другие. И вот обидно, да, почему никак это не контролируется, что вот оно, вечный студент, заняло мало того, что чье-то место на бюджете, и еще мы должны за коки платить, представляете, еще стипендию ему выплачивать. А оно, бедное, переживало, как это так, как круто, что он не попал на платный, потому что пришлось бы платить. Действительно, только в тот момент, когда он занял чье-то место, теперь мама с папой работают для того, чтобы ребенку оплатить эти 20 тысяч в год, не считая, да, содержания, понятно, кормления ребенка. Дети, будьте текущие расходы. А койки, вот оно, пожалуйста, вот оно, я студент. И вот он будет действительно вечным студентом, вечным паразитом. Ну вот так, ребята, для меня выглядела сегодня эта семья. Продолжение следует, будут еще сегодня обзоры. А пока я со всеми прощаюсь, до новых встреч!